Поэтому, ребята, давайте мы сделаем очень сильную эту акцию. Это действительно переломный день, 10 мая. Переломный день, потому что у нас в стране долгое время не было митингов, организованных политической силой. Сейчас мы, Демократический выбор Казахстана, являемся единственной оппозиционной силой, которая объединяет народ. Единственной. Больше нет. Вы видите, какие процессы происходят в странах СНГ, в Армении, в России и в других странах. По всему миру изменения, по всем странам изменения происходят. Диктаторские режимы падают. Они будут еще больше и быстрее падать, если мы проявим активность. Упадет режим в Казахстане, затем будет то же самое в Таджикистане, в Туркмении, в других странах, в соседнем Узбекистане. Будет везде народное правительство. Везде. И мы со всеми будем выстраивать добрососедские дружные отношения. Казахстан в этом смысле должен быть лидером. У нас обстановка в стране уже перезрела. Назарбаев у власти 29 лет, он всем надоел, разворовал всю страну, сделал страну нищей, притом богатую, одну из богатейших в мире с природными ресурсами, с маленьким числом населения он превратил в нищую эту страну. Давайте мы 10 числа покажем этому режиму, что хватит. Время его уже пришло, пусть уходит. Мы сейчас выдвигаем только два требования. Нет политическим заключенным, нет пыткам. Это первая часть требований. В конце мая выйдем с новыми. Шаг за шагом потренируемся. И к осени мы должны выводить на улицы сотни тысяч людей по всей стране. Люди еще, сами знаете, побаиваются. Мы должны людей убедить, чтобы они перестали бояться. Начали бороться. Всем привет! Вы только что посмотрели видеоролик на моем канале YouTube. Вы можете сделать свой вклад в развитие движения «Демократические выборы Казахстана». Первое. Подпишитесь на мой канал YouTube. Второе. Поделитесь видео со своими близкими друзьями. Третье. Вступайте в «Демократический выбор Казахстана».